Добрый день. Это получили посылку с Китая. Тут должен, по идее, приехать медиаконтроллер под ленту светодиодную RGB-шную. Сейчас посмотрим, что она себя представляет. Упаковали, конечно, чётенько. Такой вот пультик. Легкий, тоненький. Хорошо кнопки нажимаются. Сейчас посмотрим, что тут за батарейка у нее. Батарейка 2025. Китайская с иероглифами. И вот такой контроллер. Нигде, конечно же, ни слова не написано, на сколько он вольт. А нет, вот написано 12 вольт и 2 ампера. А, 3 по 2 максимум. На каждый цвет по 2 ампера. Вот разъемчик наш под ленту и вот, по идее, порт. Давайте сейчас как-то подключим ее, посмотрим, что она себя представляет. Разъем здесь стандартный, подходит от любого свеча или чего-нибудь другого. Сейчас возьмем ленту. Такая вот лента. Также тут на разъеме указано, какой стороной подключать. Вот эта стрелочка. Сейчас, если будет видно. Вот. И также у нас сама стрелочка есть на вот этом разъеме. Вот она. Мы их вот так вот соединяем. Сейчас. Осталось ее включить только. Зашибись. Работает. Теперь что мы можем еще сделать с ней? Так, сейчас увеличим. Нет. А, и к порту. А, о. Сейчас. О, зеленый. Теперь яркость. Действительно, диапазон большой, широкий. Красный, синий. Выключить. Белый. Довольно очень неплохая вещь. Что моргает. Прикольно. Это под... лучше будет. Тоже прикол. В общем, обалденная вещичка. За ту стоимость, сколько она стоила.